Ert o bažanje da fimi traktat babim se da fi udali 14 lis traktat babim se jer sam šetra eto rajin šmat avijen roši vegam Moshe Rabbeinu Alam Shalom vegam Tzipora bat Zilpa Yitzchak ben Beler vegam Yechiel ben Elzor Shaul ben Devora vegam Shunamit bat Adina Miriam bat Osnat Sara bat Miriam Marusia Miriam bat Mazal bat Miriam Lashtachat Simcha ben Marusia Lashtachat ben Surovitom Yisrael Shalom ba'aretz ba'olam Tov mu chia skazali Shmuel govorit tak Ахрают таут соферку. Что? Любой договор, который написан, что я даю деньги в долг, если софер не написал там, что земля, недвижимость, человек, который берет деньги в долг, подкрепляет этот долг, это его ошибка, и в любом случае это имеется в виду. То есть раньше люди в большинстве своем были необразованы, и приходили автоматически. Так сказал Шмуэль. Но Мара говорит, есть другое постановление Шмуэля, которое показывает, что вроде он считает по-другому. Написано так: Шевах, Шефер, Вешибут, Царих, Лималех. Софер, перед тем, как в договоре написать три вещи. Шибут, что это шибут? Шибут это, что он должен его спросить. Ты хочешь свою землю поставить гарантером этому, этому долгу, который ты берешь? Шевах, что значит шевах? Что если потом, скажем, одно из объяснений, что эта земля поднимется в земле, сейчас ты ее продаешь за 100 тысяч долларов, а потом, оказывается, ты должен кому-то денег. И тот, кто должен тебе деньги, у тебя денег нету, он заберет эту землю. А сейчас, через 5 лет, эта земля стоит 200 тысяч долларов. Ты согласен заплатить 200 тысяч долларов, если эту землю отберут? Да, или, скажем, тот, кто ее купил, он вложил в нее деньги. Он ее улучшил. Посадил там деревья, вырастил плоды и так далее. Не успел собрать. Ты согласен или нет? И третье, шеф, что? Если тот, кому ты продал землю, он вынужден будет эту землю отдать тому, кому ты должен деньги, потом он у тебя заберет твою лучшую землю в Иерусалиме, а не в Газе, которая у тебя земля есть там. Так, выходит, что отсюда? Получается, что? Получается, царих лималех, выходит, что тот, кто пишет этот софер, этот документ, он должен будет спросить. Как так? Мы же сказали, что даже если он не написал, автоматически это там включается, он должен был это показать, это должен был написать. Гемара дает так, что мы сказали, что штар мехира, что если человек пишет документ о продаже, есть разница, это документ о продаже или документ о долге. Человек, который дает деньги в долг, он что-нибудь выигрывает? Он ничего не выигрывает. Он сейчас дает деньги, он делает хес, он делает мицву. Не имеет права брать процент, он ничего не зарабатывает. Поэтому он не согласен отдать эти деньги без гарантий. Поэтому, когда пишется документ о долге, то тогда автоматически земля того, кто берет долг, является гарантером этого долга. Кан, бемеках умимкар, Давид иниш, дезабин ар-а леюме. А здесь, где написано, что софер должен спросить, записать мне эти тонкости или нет, эти условия, это когда идет вопрос о купле-продаже. Что есть люди, которые покупают, говорит Мара, землю на день. Имеется в виду не на день, а имеет в виду, он покупает на короткое время. Он думает, то я сейчас эту землю куплю, хорошая цена, я, скорее всего, заработаю. Или как сегодня, есть люди, которые не платят свои таксы за землю. 20, 30, 50 тысяч долларов в год. 2-3 года 150 тысяч должны. Что делает государство? Государство их таксы продает. И человек, который продал, потом начинает накручивать свои проценты. Я сегодня Рав Стефанский объяснил, посылает ему письмо. Что делает человек, когда получает? О, или он побежит сразу в IRS и заплатит свои таксы, тогда он свою землю, свой дом возвратит. Если же нет, то тот, кто купил, он может этот дом у него отобрать. То есть это не всегда работает, но эти люди, которые это покупают, они рискуют, они вкладывают деньги. На короткое время, может быть, у меня что-то получится. И здесь. Так как этот документ купли-продажи, тот, кто купил, он согласен взять эту землю на короткое время. Не обязательно, что другая земля становится гарантией этой земли. Но сегодня, когда люди дают деньги в долг, и там пишут хетер иска, то есть специально есть договор, что там по этому договору можно будет брать проценты, в этом случае, скорее всего, земля не будет автоматической гарантией за этот долг, если он делается через хетер иска. Мара рассказывает историю, связанную с этим, что был человек, который пошел и купил у своей земли, у своей сестры, купил написано алия. Что это алия? Он купил у нее чердак. Ну, чердак имеется в виду, который не знает, что это чердак, это второй этаж. Потом, оказывается, она ему все не рассказала. Она должна кому-то была деньги, он пришел, этот дом отобрал. Пришел человек в Бет-Дин, Шмуэлю говорит, вот так и так. Он говорит, когда твоя сестра тебе дом продала, она в договоре написала, что она гарантирует, что
То есть отберу, что она тебе заплатит. Он говорит, нет. Он говорит, окей, будь здоров. Лех лешоно. Он говорит, но ты же сам сказал Шмуэль, что когда пишется договор, автоматически земля становится гарантией. Он говорит, ты правильно говоришь, но эта гарантия становится автоматически, если это долг, а не купля-продажа. Ты у нее этот второй этаж купил. Купил без гарантии. Сам виноват. Она тебе ничего не должна. Дальше. Но, без разницы, на 15-м листе мы с вами пройдем, следующий лист. Ильхета ахраюц тауцофет бен бешитре халва, бен бешитре меках умингар. Аллаха, что в любом случае земля становится гарантией. Будь то это договор о купле-продаже, или будь это договор, когда берутся деньги в долг. Теперь Гмара приводит несколько примеров, связанных с ахраюц, с этой гарантией, что земля, когда земля человека выступает его гарантером. Рувен шемахар саде ли Шимон беахраюц. Рувен продал поле Шимон с гарантией. Уба бархов де Рувен ве катариф ле мине. А потом пришел человек, который отдал деньги Рувену в долг. И отобрал это поле у Шимона, который заплатил ему деньги. Дина уда азил Рувен умиштае дине бехаде. Теперь получается, что сейчас Рувен продал Шимон. Сейчас Шимон суется с Леви, который хочет отобрать у него поле. Имеет ли право Рувен прийти в суд, чтобы защитить Шимона или защитить себя? Имеет ли право Леви, которому Рувен должен деньги, сказать, я с тобой не разбираюсь, у меня суд с Шимоном, куда ты лезешь? Говорит, дина гуде азил Рувен умиштае дине бехаде. Рувен имеет право пойти на суд вместе с Шимоном против Леви. Почему? Он не может сказать, этот кредитор, который дал Рувену деньги в долг, Леви, я тебя знать не знаю. Почему? Потому что Рувен может сказать, если сейчас ты отберешь это поле у Шимона, он перейдет и потребует деньги с меня. А может быть, он уже за этот долг заплатил. Он говорит, я же тебе заплатил, у меня есть доказательства, подожди, и так далее. Поэтому имеет право Рувен пойти вместе с Шимоном в суд и защищаться. Другой ответ. Афиру шолобе ахрают нами. Даже если он продал эту землю, это поле без гарантии другой своей землей. Имеет право Рувен пойти в суд. Почему? Он может ему сказать, он ихале де лехаве ле Шимон та умет алай. Мне неприятно, что мы с Шимоном в одной синагоге, и теперь он будет на меня смотреть косо за то, что у него отобрали землю. Да, я ему эту землю, когда продавал, я ее не гарантировал. Но теперь у него будут плохие отношения, поэтому он имеет право пойти с ним вместе в суд. И Леви не имеет права сказать, я с тобой не сужусь, ты не лезь. Второй случай. Рувен шемахар саде ле Шимон шело беахраюц. Рувен продал поле Шимону без гарантии. Он сказал, покупаешь на свой страх и риск. Окей. Веяцу алав асикин. А потом пришли люди, которые стали говорить, что, но ты знаешь, что это, они стали говорить, что это поле не его. Как? Асикин. Он, этот человек продал. Пришли другие, говорят, о, ты знаешь, что эта земля не его, как он тебе ее продал, это не его земля. Что здесь получается? А чело их зигба яхол ахзор, пока покупатель эту землю не приобрел. Что значит не приобрел? Он деньги заплатил, он эту землю уже приобрел, он еще ее не приобрел. Пока он что-то на этой земле не сделал, пока он ее не выкопает, или Гмара говорит, пока он не пройдет нее, или не делает забор, он сделал что-то, чтобы показать, что это моя земля. Пока он это не сделал, даже заплатил деньги, он может от сделки отказаться. Когда пошли слухи, что эта земля не продавца. Мишек зигба, эно яхоль лахзор бо. Но если он уже взял эту землю, показал действием, что эта земля его, он уже отказаться от сделки не может. Почему? Рувен может ему сказать, а это декатре, севарат векабар, чтоб ты знал, что это продажа без гарантии. Или отсюда с гумарей появилось выражение, ты купил кота в мешке. Ты сам виноват. Почему купил без гарантии? Поэтому он говорит ему, что слушай меня, я тебе ничего не должен. Мара говорит, когда мы матай хаве хазака, мехидаешь амаци. Ему сказали, когда считается, что он эту землю приобрел, когда он прошел по краям этого поля или сделал какие-то там улучшения. Или другое объяснение, говорит Мара, афилу беахраюц нами. Даже если он продал это с поля с гарантией, то покупатель не может отказаться от сделки, если он уже сделки не сделал действие, которое показывает, что он это приобрел. Почему? Потому что продавец может сказать, ахуй тарфах, дашелем лах.
эти люди говорят, что эта земля не моя. Ты принеси решение бедина, что я должен, что эта земля не моя, что у тебя эту землю отбирают, и я тогда тебе заплачу. Пока решения бедина нет, пока у тебя эту землю никто не отобрал. Это разные слухи, это нехорошие люди. Поэтому я тебе не должен ничего. У Рав Гроссмана в наше время был такой вопрос. Два человека договорились, один продал свой дом, апартмент, неважно что. Договорились, все поменяли и так далее. Теперь, сегодняшним днем, то, что мы говорили, что человек, который показывает, что он эту землю или дом приобрел, что это дит, когда у него будет документ, паспорт, когда перенесли, вот это уже его, наши дни. Теперь, а здесь было, все сделали, все поменяли, все заплатили, все. И вдруг, перед тем, как этот покупатель переехать, там был какой-то акцидент, был взрыв, террористический акт, и сейчас дом в плачевном состоянии. Кто должен платить за ремонт? Продавец говорит, уже это дом твой, перевели на твое имя, это все твое. Но покупатель говорит, у нас в договоре написано, что ты мне должен передать квартиру в нормальном состоянии. Он передал нормально. Он не передал, он еще не передал. Он еще не передал. Документы все сделали, но передать он еще не передал, потому что он ключи ему еще не отдал. Но квартира уже была его, скажем, ключи он не отдал ничего ему. То он говорит, если вот эта линия, вот это предложение было в договоре, что он должен отдать в нормальном состоянии, скорее всего, продавец должен будет заплатить. Дальше. Гемара приводит третий случай, в котором есть спор. Это очень интересно. И мы увидим, что есть разница, кто здесь выступает. Покупатель, продавец, вор или так далее. Хамохер седеля хаверо венимцет шеэно шеро. Человек продал поле. Сегодня человек, который покупает квартиру в Израиле, должен быть очень осторожным тоже. Есть много мошенников, которые продают не свои квартиры, которые сдают не свои квартиры. И потом приходят люди, это моя, как бы, я купил, но ты ничего не купил. Чья эта квартира будет? Того первого покупателя, эти мошенники. Есть квартиры, которые быстро, одну квартиру продали три раза в Израиле. И то не свою, наверное. То, как бы там ни было, да, был человек, который, я говорил пару недель назад, сдал квартиру в рент, взял подешевле, сказал, знаешь что, заплати мне за три года. Окей, хочешь за три, он заплатил ему за три года. Он спокойненько живет, приходит через год, через два, приходит хозяин, говорит, слушай меня. Или, нет, было там так, что человек взял квартиру, сказал, я беру ее в рент на три года. Хочешь, да, вот тебе по $1000, я не знаю, $30,000 за три года. Окей, он доволен, у меня три года есть рент, он три года не появлялся, а в течение этого времени человек взял эту квартиру, продал. Переехали туда люди, человек через три года приходит, говорит, так, слушайте, здравствуйте, где мой рент? Он говорит, меня извини, это наша квартира. О, как? Это не твоя квартира. Это моя квартира. У меня такой-то человек взял ее в рент. Он нам ее продал. Иди свищи, иди ищи его. Теперь, те должны были, которые купили эту квартиру, они потеряли. Они должны были выехать, потому что квартира того, чья это квартира. Теперь, как бы там ни было. Говорит Мара, Амохен, Садэля, Хаверованин, Сэдшэйно, Шэйно. Адвокат тоже мошенником был. Правильно говорите, нужно взять правильного адвоката, чтобы проверил, сегодня есть тайтл и все дальше. Дальше. Говорит Мара Мохеца Дешлеха Веру Уминим Цечейна Шелок. Человек продал поле человеку. Человек продал квартиру, оказалось, квартира не его. Что делать? Раваха Ешлу Маодве Ешлу Шевах. Теперь, человек купил это поле. Он в это поле вложил деньги. Посадил деревья, удобрял его, взял работников. Говорит Рав, что тот, кто это поле купил, не у того, кого надо, оказывается, не то. Когда и у него это поле забирает, он имеет право потребовать и деньги, за которые это поле он купил, 100 тысяч, плюс, скажем, он вложил 30 тысяч. Получается, это поле 130 тысяч, то, что он там вложил. То есть то, что это поле улучшил. Шмуль амар маод ешло швах эну. Шмуль говорит, нет. Ты купил поле за 100 тысяч, ты вложил в него 30 тысяч, ты получишь только 100 тысяч. То, что это поле улучшилось, ты не получаешь. Почему? Гмара говорит, афаль пиши пирешло это швах. Даже если в договоре было написано, что это двор, который продал чужую квартиру, чужое поле. Он написал, что если что-то случится, я тебе заплачу и за то, что ты мне заплатил, сколько ты мне заплатил, и за то, что она улучшится. Даже, то есть просто она поднимется в цене. Уже она улучшилась. Почему? Потому что здесь, когда этот двор продал поле, он что-нибудь продал, он на самом деле ничего не продал. И получается, что тот, который дал ему эти 100 тысяч, он как бы дал ему деньги в долг. Если сейчас у этого вора он получит 130 тысяч, похоже на то, что он получает проценты, ребит. Поэтому не имеет права это получать. Так считает Шмуль. Рав говорит, имеет право получать. Я думаю, несмотря на то, что мы с вами говорили, когда Рав и Шмуль спорят, Аллаха как Рав, кроме в законах денежных, еще 6 раз, по-моему, есть, но в этом случае Аллаха тоже идет
Дженни законов Аллаха как Шмуэль, в этом случае я думаю Аллаха как Рав. Теперь, сегодня человек купил что-то, я не знаю, купил стиральную машину, заплатил за нее $2000, скажем. Потом через некоторое время, 2-3 дня попользовался или посмотрел, решил ее вернуть. Теперь, он сейчас не может пойти вернуть, он вернет ее через 10 дней, через 2 недели. Вот эти 2 недели имеет право пользоваться этой машиной или нет? В чем проблема? Сейчас, что получается, он отдал им деньги в свои магазины, они сейчас его деньги тратят, зарабатывают деньги. Но с другой стороны, когда он сейчас придет, попросит, машинку вернет и получит деньги, 2000, получается, что эти 2 недели, которые он пользовался, это они как бы дали ему проценты за то, что он дал им эти деньги свои. Машинка была у него, поэтому, скорее всего, он не имеет права этой машинкой пользоваться. Как бы там ни было, Гмара говорит, приводит мишну, которая задает вопрос, тяжелый вопрос Шмуэлю, как так может быть? Мишна говорит так, что если кто-то купил землю, и потом эту землю конфисковали, неправильно купил, не ту землю купил. Эн муцин ле ахилат перот, ульшева каркаот минхасе минхасе мишубадим. Вот этот покупатель, потом который хочет получить компенсацию за уже поспевшие фрукты, он в эту землю вложил, забрали его вместе с фруктами. И не за то, что он вложил туда, не имеет права взять с земли, которую уже продали. То есть мы с вами говорили, человек, который дал деньги в долг, земля является гарантией, и человек потом это после того, как взял деньги в землю, продал, тот, кто продал, тот попал. Почему мы сказали, мы говорили с вами, что когда человек берет деньги в долг, обычно идет слух, и люди знают, как бы там ни было. Теперь, кроме этого, Гмара говорит здесь, тоже включается пропитание жены человека, или если он женился второй раз, пропитание ее дочерей. Не может потребовать человек, который купил это поле, с этой земли. Почему? Потому что пропитание, можно рассчитать, сколько человеку, женщине нужно. Во-первых, неизвестно, сколько она проживет, сколько он должен будет ей платить, 10 лет, 20 лет, еще 100 лет она будет жить. Кто знает, сколько она, если ей сейчас 20 лет, до 120 лет она будет жить. Пропитание еще можно, скажем, рассчитать. Я не знаю, $10,000 в год, на 10 лет это будет $100,000 и так далее. Но если, не дай бог, человек заболел, там уже расходы не ограничены, не дай бог. Поэтому хахамим сказали, ты не можешь это требовать вот, на расходы. Женщина не может потом требовать своего мужа расходы на ктуву или на питание, или на лечение, которое он ей обещал, с земли, которую он уже продал. Почему? Кто потом купит землю? Любой скажет, я сейчас ее куплю, эту землю, эту квартиру, этот дом. Потом его жена придет и отберет, или его дочери, ее дочери, которую он обещал про питание, они придут и отберут. И то же самое здесь, то, что мы сказали, что тот, кто купил, не имеет права требовать с земли, которую уже этот продавец продал, за фрукты, которые на этой земле выросли. И Гмара говорит, что Бархов говета швах. Но человек, который отдал деньги в долг, мы сказали, он говорит здесь Гмара, имеет право потребовать деньги за улучшение, за то, что это поле поднялось в цене. А вальпиротло, но не за фрукты. Окей. Что значит? И поэтому Мишна говорит про что? Локиах мигазлан. Что здесь 100% он взял эту землю, что мы говорим, он взял, купил эту землю у вора, что продавец эту землю продал. И хозяин этой земли, куда он идет? К покупателю, забирает эту землю у него. Но Мишна говорит, что швах улучшение, шевах ешло. Он все равно имеет право это за улучшение получить. Что? И мы не опасаемся, что это похоже на ребит. Поэтому мы скажем, что это проценты. Почему здесь нет? Говорит она так. Эн муцин написано так. Эн муцин ля ахилат пирот. Он имеет право взять с проданной земли за фрукты, то, что там выросли, ульшевах карка, и за улучшение земли. Говорит Минхасим Ишумадим, говорит мы так, реша бегозель венигзал. Первая часть, когда мы говорим, что не имеет права взять деньги за фрукты, которые там выросли, это говорится о воре, который украл землю и продал. А в конце, ульшевах карка, что если эта земля была улучшена, он ее вложил, сефа бебальхов, мы говорим про что он там может получить за это деньги, про кого? Тот, кто дал деньги в долг. Говорит Раши, почему? Демикра ме алияхи. Потому что тот, кто дал деньги в долг. Рувен дал Шимону, или Мурелезер дал Рахамиму 100,000. Рахамим взял свою землю, потом продал. Пришел Элиезер к Мурелякову, говорит, он продал, это земля моя, у него сейчас 100,000 нету. Он имеет право эту землю у него забрать.
Потом Раков придет к Рахамин и скажет, верни мои 100 тысяч. Раши здесь говорит, да михрама аляхи. Когда вот этот гарантер забирает эту землю, это 100% продажа. Он не вернул мои деньги, 100 тысяч. Сейчас я взял ему землю. Поэтому в этом случае Раши говорит, козман шерот арфам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 am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 
получить, то есть отдал 100 тысяч, может получить за 130. Почему? Потому что, как мы сказали, земля улучшена, это купли-продажи, это не как деньги в долг. Теперь Гмара предполагает, что алаха, связанная с фруктами, относится к чему? Шегазал саде мехаверу умахра лахар вишбех. Что? Человек украл поле, потом он это поле продал, и тот, кто это поле купил, улучшил это поле. Что получается? Раши объясняет. Нигзал локха имперотэ вэйно нотэн эле яция декамар ара ашбах. Вор украл землю, продал другому человеку. Теперь хозяин земли пришел к этому человеку и говорит: верни мою землю. Этот человек вложил деньги в эту землю. Она дала плоды. Он имеет право потребовать деньги за плоды или нет? Он говорит: поэтому так. Что? Тот, у кого эту землю украли, оригинальный хозяин, он имеет право забрать эту землю с фруктами, которые на ней выросли. Почему они выросли на земле? И он платит тому, кто на этой земле, только то, что он в нее вложил. Но не фрукты. Сейчас он вложил на эту землю 10 тысяч долларов, земля дала фрукты на 100 тысяч долларов. Он ему 100 тысяч не даст, он ему даст 10 тысяч, которые он в нее вложил. Поэтому мы сказали, сейчас покупатель, который купил у вора, он требует деньги, компенсации какую? 90 тысяч. У кого? У вора, который ему эту землю продал. И это то, что Мишна говорит. Гове это керен минхасим мишубадим, уперот гове минхасим бне хорин. Что? Этот незадачливый покупатель, он имеет право потребовать у вора 100 тысяч, которые он заплатил, даже с земли, которую этот вор свою землю уже продал другим. Но то, что он хочет получить за улучшение земли эти 90 тысяч разницу, тогда он должен может требовать только из земли, которая еще у этого вора есть. Но Гмара спрашивает другой вопрос. Тогда это похоже тоже на ребит. И ему нельзя было, как мы сказали, что если этот покупатель получает деньги за фрукты, которые там выросли, у продавца, у вора, похоже на ребит. Почему вор же ему ничего не продал сейчас? Мы сказали, почему в первый раз нельзя? Потому что вор ничего не продал, получится, как бы у него взял деньги в долг. И ему нельзя было это, не надо ему разрешать. Мара дает несколько ответов, несколько сценариев. И на этом закон говорит. Кегон шегазал саде мехаверо, мелеа перот, ве ахал это перот, ве хафар ба борот шехин умел. Этот негодяй вор своровал поле, на котором уже было полно фруктов. Он эти фрукты съел. А потом, мало того, что он эти фрукты съел, еще выкопил яму, туннель и так далее. Испортил эту землю. Что получается тогда? Хозяин этой земли требует у него деньги, возмещение. За что? Ба нигзаль ликбот керен. Тот, у кого землю украли, он требует землю. То, что он его украл, говемин хасим ишубадим. У этого вора он может потребовать даже землю, которую он уже продал. У продавцов он пойдет, покупатель пройдет эту землю, заберет. За землю. Ба нигзаль говем пирот. Но когда он требует фрукты, или то, что он использует эту землю, говемин хасим бенехорин. Он может у этого вора потребовать только землю свободную, которая его. Не которую он продал, которая принадлежит только этому вору. Это первый вариант. Второй. Кегон шинтелуа месикин. Из-за этого негодяя вора пришли гои и эту землю конфисковали. Поэтому он имеет право требовать у него все, и землю, и фрукты, которые были на этой земле. И третье, лицдадин кетан, что Мишна говорит о двух разных случаях. Кегон чегазал саде мехаверо мелеа пирот. Он украл поле с фруктами, наполненное фруктами. Веахалет пирот, это пирот, умахалет асаде. И этот вор фрукты сам съел, а поле продал. Балок я легабот керен, то теперь что? Покупатель говорит: слушай, верни мои деньги. Хозяин поля у меня это поле отобрал. Гове мин хасим ишубадим. У этого вора он имеет право взять землю, даже которую он продал уже кому-то другому, может забрать. Банигзал легоферо. Теперь, а тот, кто, у кого эту землю украли, он землю себе вернул. Но фрукты уже этот вор же съел.
он требует ему деньги за фрукты. Гове мин хасим бнехорин. Он эти фрукты имеет право потребовать земли, которая принадлежит вор. Не которую он уже продал, те не должны страдать. И во всех этих случаях мы говорим, что это не считается ребит. Опять же, он продал землю и фрукты. Или там он украл землю и фрукты. Земля стоит 100 тысяч, фрукты еще 30 тысяч, 50 тысяч. Он говорит, это не считается ребит. Почему? Потому что сказали тот, кого украли, он требует свое. Поле было вместе с деревьями, вместе с фруктами. Он требует свое. Теперь. Закончим мы на вопросе такого. Человек, и это очень важно, человек приходит в магазин, говорит, сколько стоит, я не знаю, эта стиральная машина. Они говорят ему так, купишь сейчас, если сразу заплатишь, $1000. Если хочешь платить каждый месяц, $100 в месяц, будет 1200. Это ребит, это проценты или нет? Это проценты. Почему? За что они сейчас берут ему деньги? За то, что они ждут, что проценты, проблема процентов что? Что человек, который дает деньги в долг, что он делает? Он говорит, за то, что я тебе дал деньги мои поддержать, попользоваться, только за время, которое они у тебя находятся, полгода, год, два, три, ты должен мне заплатить. Но ему тоже стоят деньги. И здесь тоже. Он сейчас ему отдает эту стиральную машину, он отдает ему как бы ее в долг. Но за это она стоит ему $1000. Поэтому он говорит, что будешь платить. Что, скорее всего, это проблема с ребитом, и так нежелательно делать. Или платить сразу, или... платить столько, сколько она стоит, даже если по частям. Баруха Дональ Олам. Амин. Амин.